Меня зовут Марина. Я очень рада вас видеть на своем канале Позитив ММ. Сегодня я покажу вам простой рецепт натурального удобрения, который поможет вернуть к жизни любое увядающее растение. Если ваш цветочек стал по каким-то причинам чахнуть, из-за неправильного полива или из недостатка света, то этот рецепт поможет придать ему сил и вернуть к жизни. Я решила приготовить это удобрение для своего самого маленького домашнего цветка – женского счастья. Ему явно требуется помощь и дополнительные витамины, так как растет он очень медленно. Итак, что нам для этого рецепта потребуется? Нам потребуется кожура одного банана, яичная скорлупа, у меня здесь собрана скорлупа от двух яиц, и кофейные зерна, которые для этого рецепта нам придется предварительно измельчить в кофемолке. Наши зерна готовы. Далее кожуру банана мы разрезаем на небольшие кусочки и загружаем их в стакан блендера. Сюда же добавляем наш молотый кофе и последний закладываем яичную скорлупу. Добавляем в эту смесь немного воды и все измельчаем блендером. В итоге у нас получилась вот такая кашица. Она и будет нашим удобрением для цветка. Я предварительно полью свой цветочек, чтобы грунт был влажным. Подожду, когда вода пропитает весь земляной ком, и дальше ложкой буду аккуратно выкладывать универсальное удобрение поверх грунта. Можно немного и очень аккуратно порыхлить верхний слой, чтобы полезные вещества из нашего удобрения быстрее проникли внутрь. Такое простое натуральное домашнее удобрение поможет нам оживить увядающий цветок и придать сил слабенькому растению для его более интенсивного роста. Надеюсь, это видео было для вас полезным. Не забывайте ставить свои оценочки, подписываться на мой канал Позитив ММ. Ну а на сегодня все. Пока-пока, до новых встреч!